решил не возвращаться за телефоном. Посмотрим, как работает шутер наш местный гоп-стоп. Привет, жабоняточка. Ну, Никита, куда ты лезешь? Ну, сейчас всех завалит. Пойдем выше. Да она все, она искусственная. Конечно. Бородавки. Бородавки вырастут прям не на том месте. Смотри, дедушки приплатили, он сразу метлой работать начал. Вика там еще пытается со своим фотоаппаратом матюху сфоткать. Следуешь, он тоже поднимается с 1838 года, бедненький, вон как вырос, а начинал-то на трех лапках. Какой дружок, пирожок. Что? Не ешь, конечно, Наталья, ты что? Что вот, думаешь, смотри, ежевика, что ли? Твоя подружка ползет, как ты. Мама! Гигантская. Это точно не волчья ягода. Это точно не волчья ягода. Мы уже в тайге 18 часов. Вот, и мы решили с другом подкрепиться. На! Думаешь передохнуть? Подумать о моем телефоне.
Они пошли в хижину. Какую еще хижину? Местного самоуправленца. Будут просить убежище. Хижина будет еще заплатить 20. Да, да, да. Офигели, блин, все. За все. Видишь, мы максанули, сразу убирать наши подметы. Красоту наводить. Под ногами с такой Маша. Ну, пацаны уже с дубинами. Ну что ты? Что делать? Любуйся видами. Да. Любуйся видами. Скучно. Что там? Местные просто, ну, нету сил у дедов уже забираться выше, чтобы двадцатку брать. Нет. Так бы убрали. Издевательство. Издевательство, да? Да. Вот здесь вот и жил местный Иисуси. Жизнь его протекала скаканатом и с бутератом. Ну вот, тяпка есть. Что еще надо? Все говорит о том, что это очень старое заведение. Катушка, ножницы, шлем. Все, чтобы отбиваться ночью от недуга. Лесенка наверх, можно было посмотреть сверху вид. Местный срач. Вот его кастрюля, сонар. Видно был мужик, кеды. Один шлепок, однобокий. Была у него женщина Хуанита. Сожгли ее на костре. И вот коса. Местная коса. Срачник, конечно. Срачник есть в любом месте. Даже в горах. Это не ссора, это просто раздор в семье. О, смотри, поднялись наши друзья. Тимофей сделал этот героический подъем. Я уже вижу его. Вот это крыша, вот это высота. Иди свалка. Еще выше. Там жил древний бедуин с одноногой женщиной. А-а-а. Поскольку шлепок валяется один, можно сделать выводы, что она была с одной ногой. То у него всегда широко открыто, то всегда плотно закрыто, но вот уду. Так, ладно, прервемся, я сделаю фото.